Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать, как связать вот таким узором энтерлак, головной убор. Вот у него оформление на затылке. Вяжется по кругу без шва. Расскажу, как вывязывать треугольники. Вязала я ее, сначала связала ромбы, затем треугольники и пошла на резинку. Для того, чтобы можно было определить глубину шапочки. Расскажу, как закрыть резинку исландским методом. Также расскажу, как сделать расчет на любой размер ромба. Кстати, этот узор можно вязать не только по кругу, но и прямым полотном. Вот этот узор можно вязать по кругу и прямым полотном. Для данного узора вам понадобится набрать количество петель, которое бы делилось на 2, то есть четное количество, и плюс 1/2 от этого же числа. То есть, n, деленное на 2, это четное число, оно может быть, допустим, 6, 8, 10 и так далее. И к этому числу надо прибавить ровно половину. Допустим, если мы возьмем число 6, значит, нужно прибавить 3. Если возьмем 8, четное число, значит, нужно прибавить 4. Если 10 возьмем, значит, 5. И ко всему прочему нужно добавить еще одну петлю, чтобы нам вязание замкнуть в круг. Поскольку я ромбы буду вязать на 8 петлях, значит, мне нужно прибавить еще 4 петли. Это у меня раппорт. И таких раппортов у меня будет 6. Умножаю на 6. Получаю 72 петли. И одну петлю, как я говорила, нужно прибавить, чтобы замкнуть в круг. Мне нужно набрать 73 петли. Набирать петли будем набросовую нить, то есть, которую не жалко будет потом выкинуть. Крючком делаем первую петлю. Берем спицы, которыми будем вязать. Накладываем на нить. И вытаскиваем петлю. Затем эту петлю вытягиваем. И набрасываем на спицу. Теперь крючок вводим между петлями. Вытягиваем нить и набрасываем. Опять между петлями вытягиваем и набрасываем.
Итак, набираем необходимое количество петель. После того, как набрали необходимое количество петель, с левой спицы одну петлю берем и на нее надеваем эту петлю. Мы замкнули в круг. Теперь эту нитку можно обрезать, а эти две завязать. Теперь берем нить, которой будем вязать, и один ряд провяжем лицевыми петлями. Значит, старайтесь вязать за заднюю стенку. Потом вы поймете, почему. Итак, вяжем по кругу. Провязала я круговой ряд. И теперь хвостик и нить свяжем. Теперь берем другой цвет. Провязываем 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Поворачиваемся. Эту петлю снимаем. А изнаночной вяжем бабушкиным методом. Обычно я вяжу классическим, но в данный момент буду вязать бабушкиным методом. Довязали 8 петель, разворачиваемся. И эту кромочную надо еще раз провязать. Далее 5 лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А восьмую будем провязывать так. Значит, вот эту петлю разверните так, чтобы она не была перекрученной. Следующую петлю, чтобы дырки здесь не было, мы перекрутим. Вот так. Перекрутили, видите? И теперь мы эти две петли провяжем вместе. Вот таким образом. И дырки здесь не будет. Так, и чтобы вам не ошибиться, отметьте себе где-нибудь, что мы одну петлю уже захватили. Ну, вот так, допустим. Затем разворачиваемся, первую снимаем. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Опять повернулись.
эту петлю кромочную еще раз провязываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 разворачиваем, чтобы она вот эту петлю перекрутили. И две петли провязываем вместе. Так, еще раз мы взяли петлю. Вяжем назад. Я вам этот ромб полностью покажу. Развернулись. Опять же, эту провязываем, затем лицевые. Эту петлю снимаем, чтобы не перекрутилась, а эту петлю перекрутим. Еще одну петлю взяли. Вяжем назад в обратном направлении. Теперь этой спицей неудобно работать. Можно взять обычную спицу, только такого же размера, который вяжете. Дальше вяжем. Так, эту снимаем. Эту мы перекрутим. Надели. И две петли провяжем вместе. Четвертый раз мы взяли петлю. Вот мы набирали вначале 8 петель. Затем 4 добавили. И у нас получилось раппорт 12 петель. То есть это у нас было число N. И добавили 1/2 N. То есть половину. Теперь опять поворачиваемся. И вяжем изнаночный ряд. Повернулись на лицевую сторону. Опять же, кромочную еще раз провязываем и начинаем закрывать ряд. Вот где будете закрывать, не стягивайте сильно, потому что вам понадобится еще в петли потом вводить
спицу. Закрыли эти петли, и еще нам нужно эту закрыть. Тоже ее перекручиваем, чтобы не было дырки. Даже вот смотрите, здесь дырка большая будет. Еще раз перекрутите. И теперь две петли провяжем вместе. Все, дырки у нас практически нету. И эта петля будет первой петлей следующего ромба. 1, 2, 3, 4, 5. Шесть, семь, восемь. Повернулись, сняли, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять на лицо разворачиваемся и кромочную провязываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Восьмую снимаем так. Эту перекручиваем. И две петли провязываем вместе. И точно так же вы этот ромб вяжете, как и этот. Вот он у нас ромб получился первый. Значит, вот здесь затягивайте посильнее, чтобы петли не отличались по размеру. И так вяжем по кругу. Вот видите, этот конец спицы нам уже не нужен. Все, чтобы он не мешался. Вот довязываю я последний ромб. Заканчиваю закрытие петель. И соединить мы должны вот в эту петлю, не в зеленую, а вот в эту. Вот так. Теперь в эту петлю, чтобы не распустилась, поставим маркер. Вот, и пусть висит. Нитку отрезать никогда не поздно. Теперь мы должны повернуться на левую сторону и вот из этих протяжек набрать петли. Вот у нас их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот мы отсюда должны набирать. Изнаночные. 1, 2. Три.
4. Пять, шесть, семь, восемь. Поворачиваемся на лицо, одну петлю провязываем, затем провязываем следующую и на нее набрасываем эту петлю. Дальше лицевыми. Последнюю петлю не провязываем, переснимаем. Берем отсюда протяжку. И две петли провязываем вместе. Поворачиваемся, эту снимаем, вяжем изнаночными, две петли не довязываем, переснимаем и затем перебрасываем на левую спицу. Петли поменялись местами. И провязываем изнаночной. Повернулись. Петлю провязали. Следующую провязали. И на нее надели предыдущую. Опять лицевыми. Одну петлю не провязываем. Поднимаем протяжку, петлю набрасываем и провязываем вместе. Снимаем изнаночные. Две петли. Снимаем первую вот таким образом и вторую таким же. Затем спицу в первую петлю, потом во вторую, поменяли местами и провязали. Опять провязали петлю, следующую провязали, на нее надели предыдущую. Лицевая. Эту петлю мы снимаем. Берем протяжку, петлю набрасываем и их провязываем. Опять поворачиваемся. Сняли. Сняли одну, сняли вторую. Спицы вводим вот таким образом. Провязываем вместе. Поворачиваемся. Провязываем. Вторую провязываем и на нее надеваем эту петлю. Следующую петлю поднимаем. Эти две петли провязываем вместе. И нам нужно вот эту еще петлю провязать, протяжку. Один, вот смотрите, здесь по центру должна быть седьмая петля. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот сюда нам еще нужно попасть в вершину ромба. Вот таким образом. И опять из протяжек. Уже по лицевой стороне набираем петли. 2, 3, 4, 5, 6,
7. Восьмая уже из ромба идет, из следующего. И опять вяжем точно так же треугольник, как вязали здесь. То есть поворачиваемся, провязываем изнанкой. Две петли остаются, мы их переснимаем, потом еще раз переснимаем, провязываем изнаночной, поворачиваемся, петлю провязываем, следующую провязываем и на нее надеваем. Ну вот, вяжем как первый треугольник. И так по всему кругу. Вот я закончила обвязку и перешла на круговые спицы. Теперь мы вот за полупетли должны вязать резинку. Кто-то будет вязать один к одному, кто-то два к двум. Ну вот, провязала я резинку один к одному, небольшое количество. И теперь ее будем закрывать. Закрывать будем исландским методом. Значит, спицу вводим в первую петлю, затем захватываем вторую и через нее протягиваем рабочую нить. Вот здесь немножко подтяните. И эту петлю перебрасываем на левую спицу. Спицу в петлю. Вытягиваем вторую. И во вторую петлю провязываем вот таким образом. И набрасываем. Спицу в петлю, вторую вытягиваем и в нее провязываем рабочую нить вот так. И набрасываем. Значит, в петлю. Вторую вытягиваем и в нее провязываем рабочую нить. И набрасываем. И так по кругу. Ну и вот такое начало шапочки у нас получилось. Значит, обвязка очень хорошая. Я в восторге, можно сказать, вот этот край. В меру эластичный, хорошо держит край. Почему мы после первого, почему мы после первых ромбов перешли на резинку? Для того, чтобы знать, сколько вязать дальше, высоту. Вот, теперь нам уже видно, что мы будем иметь. После того, как вы это дело закончите, вот только теперь вот эту дополнительную нить можно убрать. Почему? Потому что мало ли что-то вам не понравилось бы. Вам бы пришлось по-новому перевязывать. А это все-таки держит петли. Может быть, у вас бы треугольник не получился. Поэтому дополнительную нить вот можно отрезать только теперь. Теперь мы эту нить отрезаем. И заправляем. Так, дальше. Вот здесь мы закончили зеленый ромб. В данный момент мы отрежем нить.
любом случае мы должны начинать вязать с вершины ромба. Теперь мы по этому ромбу должны набрать петли и ромб вывязать сюда. Вот сюда будет восьмая, и вот сюда девятая. Вот эти две петли мы должны провязать вместе. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Эту петлю провязываем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. А вот эту петлю снимаем, одну пропускаем, под следующую цепляемся. Вяжем в обратном направлении. Опять провязываем петлю. Я вам этот ромб покажу полностью, а дальше вы уже будете вязать сами. Эту снимаем, петлю одну пропускаем, теперь две провязываем вместе. Опять провязываем кромочную. Одну пропустили, следующую подняли и провязали. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
Отпускаем, на следующую цепляемся. Вот, значит, у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. Точно так же, как и здесь. Значит, в 11 ряду мы закрываем петли. И вот сюда под первую петлю ввели спицу. И вот сюда под первую петлю вводим спицу и вытягиваем петлю. И набрасываем. Один. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, вот сюда восьмая. И вот здесь будет девятая. И опять первые две петли провязываем вместе изнаночной с наклоном. И дальше вывязываем точно так же, как до этого вязали ромб. Одну петлю вывязываем. И дальше вяжем. Это снимаем, одну петлю пропускаем, за следующую цепляемся. Вот, и так вы вяжете ромбы другим цветом. Закрываю я последний ромб уже до конца. Вот одну петлю пропускаем, как обычно. Эту провязываем. И на эту надеваем вот таким образом. Все. Нитку отрезаем. Вытягиваем хвостик. И вот сюда прячем. Вот так. Теперь берем либо такого же цвета пряжу,
либо еще какого-то цвета. И опять с уголка начинаем вывязывать ромб, как я вам уже и показывала. Кстати, хочу вам показать еще один метод. Может быть, так будет лучше. Вот, довязываем ромб до конца. И вот, чтобы другой цвет здесь не проглядывал, вот как здесь у меня, эту петлю снимаем. Следующую провязываем и на нее надеваем снятую. Вот. Вот так, может быть, не очень будет просвечивать. Попробуйте таким методом. Ну вот, в принципе, я шапку и закончила. Значит, у кого есть желание, вот эту часть вывяжите вот такими треугольниками. Я уже показывала, как их вязать. Только вяжите другим цветом. Вот здесь заполняете треугольник такого цвета. И затем постепенно стягиваете. Я решила по-другому сделать. Я с внутренней стороны вот эти уголки сошью. И будет вот такое оригинальное верхнее оформление. Я видела в одном кинофильме. Сшиваем, как обычно, петля в петлю. Вот, вводим в одну петлю. И напротив в другую. Ввели иголку. Вот, петлю оставьте, чтобы было видно, куда вам вводить иголку. Дальше в следующую петлю. И в ту, откуда вышла нитка. И теперь затягиваем. Здесь петлю оставляем. Теперь в следующую. И откуда вышла нитка. В следующую петлю. И откуда вышла. И петлю затягиваем. Теперь вот эти места центруйте, чтобы центр был. И ниткой того же цвета, вот у меня зеленый, закрепите. Пару стежков сделайте. А концы выведите внутрь. Ну вот, после того, как я сшила ромбы, я не стала заканчивать такими же треугольниками, а сшила ромбы. И вот такая макушка получилась. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.